Здравствуйте, друзья. Вот, как я и говорил в своем ролике перед выборами Трампа, что когда Трамп придет и порядок наведет, нам старушка Клинтон бабушкой доброй подкажется. Ну вот что случилось. Как жахнули они, оказывается, по Сирии томагавками. Это вам не калибрами по каким-то командным пунктам, десятками тысяч командных пунктов уничтожать. Ударили прямо вот по военной базе сирийской. Были ли там наши? Говорят, наших предупредили за 2 часа. Тогда почему пострадали дети? Неужели не смогли оттуда эвакуировать детей? Еще вопрос. Били себе пяткой в грудь, что у нас там такое небывалое вооружение ПВО, что просто муха не пролетит. Конечно, наверное, и в Хохляндии тоже свое оружие также рекламируют для своего внутреннего пользователя. Ну, откровенно говоря, почему не вжарили по томагавкам? Бог с ним, низко летели. Низко летели. А если они завтра низко будут лететь, допустим, по Калининграду или по Крыму, тоже так же будем отмазываться. Может, просто духу не хватило, так так бы и сказали, духу у нас не хватает начинать Третью мировую войну. А если духу не хватает, зачем тогда вообще мы туда влезли? Хотя не влезть туда было уже невозможно, как в Библии там написано, что начнете воевать и сами не поймете, как начали. Что хочу сказать. Я уверен, американцы проверили, что русские смолчат и молча обтекут. Сейчас будут что хотеть, то и творить. Евреи бомбят, как хотят. Американцы бомбят, как хотят. Кто еще? Турки самолеты в спину сбивают, помидорами не отделаетесь. Конечно, страшно. Страшно Владимиру Владимировичу. Он между войной и позором выбрал позор и получит войну. Это не я придумал, эта фраза старая. А у нас же как? Люди любят только позитив, не понимая значения этого слова. Допустим, красный позитив зеленого. Но плохой зеленый или красный, это не нам судить. Так вот я что хочу сказать. Видимо, даже когда ядерные ракеты полетят по территории Российской Федерации, к Владимиру Владимировичу подойдут и скажут: Владимир Владимирович, не надо, все, ну хрен с ним, все, летят, Россию уже не спасти, бог с ним. Ну, она и страна-то такая уже отстала, что там вас? Если вы сейчас в ответку ударите, ваша семья уже там, и у всех у ваших приближенных там дача, и у Жириновского там дача, и вообще, ну зачем вам это надо? Так и пропадет наша Российская Федерация. Поэтому я еще раз повторяю, Москва не готова идти на конфронтацию с Вашингтоном, потому что нас всего 150 миллионов, а их более миллиарда всех вместе взятых. Но почему не сказать народу правду? Скажите народу правду, нам очень тяжело. Нам практически хана, если мы сейчас будем прыгаться. Давайте как-то уже хотя бы свои границы оборонять. Ну и свои границы оборонять становится опаснее, потому что удар по Сирии был нанесен как раз во время визита Си Цзиньпина в США. Мы живем на границе с Китаем. У китайцев там сейчас свои заморочки с Филиппинами вот начались. По телевизору тоже об этом молчу. Я не знаю, на кого работает наш телевизор. Им только прокладки рекламировать гондоном этим, нашим телевизионщикам. И вот еще, у нас сегодня вся Россия выходила на митинги. Мы против терроризма. Все, террористы увидали эти митинги и решили, больше мы взрывать не будем. Конечно, надо так поддержать. Ну просто сами посудите. Мы как терпилы себя последнее время ведем. Русские или мы? Хотя какие мы русские? Россияне? В общем, дорогие амурчане, надеюсь, вы видели сегодня, поднимали глаза на небо, видели, сколько самолетов летает над нами сейчас. Если даже смотреть на гражданские, то ни одного из них русских самолетов-то и не летает. Наша страна деградировала уже в конец. И не только во внутренней политике, но, как оказалось, уже и во внешней. Смеются наши над чем? О том, что не все томагавки долетели куда знали наши. Куда они еще долетели, наши просто и не знали. И у меня еще один вопрос. Если вы знали, что за 2 часа, что полетят ракеты, неужели вы не могли детей эвакуировать? Ну совсем уже с ума посходили. Я уверен, что там и наши пострадали. В общем, друзья, я призываю
прекратить нам врать. Вы хотя бы не врите нам. Нам больше ничего от вас не надо. Говорите хотя бы правду. Нет, вы будете там, наняли миллион говорящих голов, которые нам всякую ерунду несут. Мы забываем о том, что было позавчера, а нам уже обещают, что будет послезавтра. В общем, с вами был Роман Халиман. Времена настают интересные. Трамп придет, порядок наведет. Вот он пришел и наводит порядок. Все будет хорошо.